Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. День добрый, Мипша Йочеле, и я нахожусь в Фалькуве. Хочу вам показать многоквартирные дома, наверное, 80-х годов, я вот не знаю точно. Меня просто спрашивала мама и еще один человек, что у вас там что, только один многоквартирный дом, больше ничего нет, потому что так, как я вам показываю, с какого ракурса, да, за домом парк и туда дальше, то кажется, что как будто у нас один этот дом и больше ничего нет. Так, ребята, пойдемте пройдем. Покажу вам двор многоквартирных домов. Вот, смотрите. Вот это один домик такой. Трехэтажный, но по-польску это будет означать, что он двухэтажный, так как первый этаж не считается, начинается со второго. Знаете, да? Вот такая территория, такая дорожка. Здесь еще один дом такой же. На улице ветер, может быть, меня не слышно. Так, вот такие здесь подъезды. Вот такое озеленение. Все аккуратненько подстрижено. Вот такая лавочка. Вот смотрите, дальше везде мусорки вот такие стоят напротив подъезда. И вот для велосипедов стоянка. Вот такое озеленение. Вот так все сделано аккуратненько. Вот видите, дальше подъезд. Второй. И вот напротив также мусорка. Все мусорки чистые. И велосипедная стоянка. Так, выйдем дальше. Наш дом, как может показаться, потому что я просто показываю с той стороны. Ой, солнышко светит, отсвечивает. И плохо видно. Вот велосипед стоит. Не привязанный, просто стоит. Никто не боится, что его кто-то украдет. Так, сейчас мы выйдем отсюда и пойдем вон туда еще сходим. Так, здесь вот еще дома, дальше туда пошли. Давайте обойдем вот так. Вот сейчас поверну еще раз. Погода такая средненькая. Ветер есть, конечно, но тепло. Тепло, хорошо. 10 градусов. Вот с этой стороны тоже подъезды. Вот смотрите. Тут также велики стоят, тоже не пристегнутые. Там стоит. Вот смотрите. Вот в эту вот штуку можно все вещи, которые вам не нужны, игрушки и так далее, обувь, можно в этот контейнер складывать. Потом приедет служба и заберет. Там стадион еще есть большой. Там вон частные дома, смотрите, сейчас еще вам покажу. Вот такие частные дома. Вот. Такие и дальше. Так, а мы пойдем в эту сторону. Вот здесь еще вот такой дом.
вот такой. Вот видите. Так. Это все за нашим домом. То вы подумаете, что мы живем в каком-то доме непонятном на отшибе, где никого нет, только наш дом, парк. Вот тоже, видите, велик стоит. Тоже не пристегнутый. Просто стоит и все. Тоже двухэтажный домик. Ну, по-нашему, по-русски это двухэтажный будет домик. Вот еще такой дом. С этой стороны. Там я не стал проходить дальше по дворам, потому что все одинаково. Ничего нет интересного нового. Решил вот с другой стороны вам дома показать. Вот смотрите, как интересно. И вон там наверху на мансарде тоже, по-моему, жилое. Вот смотрите, видите? Вот видите, там шторы, жалюзи. Тоже, наверное, жилое. Вот в таком доме. Не знаю. Так, это пожарный гидрант. Гидранты тут вообще обязательно. В любой деревне, в любой самой маленькой. Это должно быть. Вот так. Дальше пойдемте. Это ранняя весна. Это середина марта. Только что растаял снег. Серо все еще. Природа пока непонятно какая, да? Если мы здесь доживем до лета, то мы вам покажем дальше. Думаю, наверное, все-таки покажем. Так, с этой стороны просто вот деревья. Пока сухие, ничего красивого нет с этой стороны. Но они будут зеленые, замечательные. Мы здесь были. Так, а вот это вот поликлиника. Вот видите? Вот. Вот такая вот поликлиника. Вон там вход. Так, дальше пойдемте. Так. Публичный заклад опеки здравоохранения в Фалькове написано. Сейчас только что вам показал, только что прочитал после этого. Здравотнее увидел и понял, что поликлиника, да, больница какая-то. А вот еще снег, смотрите. Вон, видите, лужи небольшие. Ну, то есть, только-только отступила зима. Поэтому только вечно зеленые растения. Вот туи и ели зеленые, а все остальное, вон, видите, снег еще. Вот сугробики такие. Вот такие сугробики. Так что еще даже не все растаяло. Вот в парке, кстати, у нас там все растаяло. Вот сейчас мы идем туда. Сейчас посмотрите, где это находится, на каком расстоянии, что это все рядом. Ну, потом покажу вам магазин, где рядом. А то подумаете, что ничего у нас тут рядом нет. Кстати, вот это здание. Вон там еще тоже такие жилые дома. Вот они, видите? Вот. Сегодня выходной, много людей, я как-то не очень хочу снимать по дворам, потому что, ну, не все хотят этого, да, как-то, вот. А вот это вот дом, вот, видите, это, по-моему, какая-то гостиница, это старинное здание, оно отреставрировано, и мы смотрели на сайте, оно продается, представляете, вот, оно продается, вот это здание. Такое интересное. Вот, видите? Вот такое. С такой лестницей. Такой вход. Такой дворик. Интересное здание. За миллион с чем-то продается, представляете? А вот он наш парк там дальше. Вот тут, смотрите, все растения уже посажены, вот такие. И вот такой ландшафтный дизайн в дворе. Сейчас я вам покажу, какой.
симпатичный, правда. Вот такой. Вон, видите, как там все сделано? Прикольненько. Вот так. Заходить мы туда не будем, потому что, ну, все-таки частная территория, да? Вот так. А классный. Кстати, мне нравится вот это растение. Вот такое. Вот, пойдемте дальше. Вот за этим зданием, которое, наверное, гостиница, уже наш дом. Так что мы живем не отдельно. Просто так выглядит немножко. Так, вот этот старинный замок. Туда дальше магазин, я потом покажу. За воротом, за поворотом, вон там тоже близко, тоже рядом. Вон, видите, написано стадион, это который мы проходили, там я вам не показал. Вот. Вот он, этот замок, где птицы у нас, уточки дикие. Живой мир разный. Здесь тоже пока деревья голые, ничего хорошего. Вот он, вход с этой стороны, этой гостиницы. Интересный, конечно. Давайте вот так вот я вам покажу. Ну, красиво тут. На территории, территория большая. Стоит дорого. И симпатичная такая. Не знаю. Мне нравится. Вот такие всякие штуки тут. Вот видите, классно. Все, пойдемте. А то выйдет хозяин, который продает. Начнет задавать вопросы. И что же я ему отвечу? Вот мне еще нравится, знаете, вдоль дорожек вот так вот высаживают. Я не знаю, получится, нет у меня показать вам. Вот, смотрите. Вдоль дорожек вот так вот, видите, рядочком высаживают такие вот растения и стригут их таким полукругом. Классно. Вот, видите? Вот так как-то делают. Вот так. Ну вот. Этот пруд вы видели у нас, конечно же. А вот он, наш дом, вот следующий, видите? Так что у нас не отдельно стоящий дом, как некоторым показалось, что у вас в Фалькове, наверное, все частные дома, а у вас один только многоквартирный дом. Нет, не один. Это вам показалось. Вот он, наш парк, вон там пшедшкола, которую я вам тоже показывал. Вон она, со стадионом. Вот она, пшедшкола, то есть детский садик, да? Вот такой. Вот он. Тут начинается парк. Вот он, старинный мостик. Вот, видите, это то, что здесь парк находится. Вывеска такая. Вот наш домик. А вон там кричат грачи очень много. И вот старинный замок разваленный. Так что, ребята, у нас тут совсем не скучно. И вот пруд, там уточки. А вот она плывет. Хочу вам показать. Уточка и селезень одновременно. Вот уточка. И селезень нет. А, две уточки. Ой, видите, нет. Вот он, красавец, плывет. И вот уточка. Девочка. Вот селезень и уточка. А там еще одна, вот видите. Вот еще одна.
И вот их три. Классно. А там вон кто-то строит дом. Вон, видите какой? Мы сегодня ходили в магазин, посмотрели. Здорово там по бокам. Панорамные окна. Здорово. Так, все, пойдемте. Я вам теперь показал другую сторону, да? Вот так, ребята. А это наш домик. Все, пойдемте домой. А с вами был Чешир, ребята. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и вопросы задавайте, конечно же. Скоро у нас будет очень интересное время. Оставайтесь с нами. Пока-пока.